Зарядка с чемпионами. Росгвардейцы столицы сменили кабинет для утренних планерок на спортзал. И таким образом дали старт флешмобу, повторить который планируют их сослуживцы по всей стране. Мероприятие приурочено к празднованию 95-летия физкультурно-спортивного общества «Динамо». С момента основания организация объединяла под своими знаменами силовиков. Тренировку для сотрудников ведомства провели обладатели золотых олимпийских медалей. Лыжник Александр Легков и пятиборец Александр Лисун. К слову, офицеры Росгвардии. Разогретые упражнениями динамовцы выбежали в дождливую погоду на улицу и выстроились на плацу в виде цифры 95.